Продолжаем играть в эту замечательную игрушку под названием Souls Park. И мы убили зомби. Нам осталось совсем немного. Ну, как сказать, немного-то еще. Много-много. Я думаю, очень еще много проходить. И давайте взглянем, какое у меня задание. Что-то я туплю немного. Возвращайся в родительский комитет. Хорошо. Так. Так. Подождите. Так, Белл, открытие скоро. Блин, какой так и Белл? Это же... Так, я пытаюсь... понять, где это родительский комитет, но... не вижу Тимми. Тимми на карте просто не отображается. А вот Тимми, сюда идем. До дома... Токена, и с дома Токена мы доберемся до родительского комитета. Security, motherfucker. Move along, sir. I can't look at you without feelings of deep personal shame. Так, ладно. Родительский комитет. Мы идем к тебе. Так, ну знаете, у нас парнишка-то такой прямо, я бы сказал, моднявый. Так. Я до сих пор не знаю, кому мне присоединиться, к эльфам или не к эльфам. Ладно. Так, все, мы нашли. Did they say anything? What kind of Taco Bell is it going to be? When are they going to be finished building it? Shh. All right. We're going to have to completely obliterate everything in a 3-block radius. What? Set charges underground to blow up the area and bury it all. Then make a big story about an earthquake. They're going to just blow up 3 blocks? Sons of bitches. You sons of bitches! What gives them the right? I knew there was more to this. It's not a simple Taco Bell we're dealing with. It's the most massive Taco Bell ever built. You see, ever since the whole Doritos Locos Tacos thing, Taco Bell thinks they can do whatever they want. Well, not here. Not in our town. You've done well, new kid. We're not going to let Taco Bell win. I'll take that picture you wanted now of you with the PTA. Хорош. I'll send it to you. Отлично. Задание выполнено, то есть хорошо. И бежим теперь с этой фоточкой Готэм. What the fuck? Откуда везде эти зомби? Ё, просто это нацисты, зомби везде. Просто везде, как 90-х прям. Ладно, так. Сейчас Готов присоединим к себе и попрет дело. Подождите, я же все сделал. У тебя есть фото, которую отнеси его Готом. Да what the fuck? Да ё-моё, я же... Где кролик играет с кошкой? Так, ладно. Ты больше ничего не играешь. Я в это же играю, да, Амелия? Только, блин. Давайте-ка оденемся. Как год, может быть, нас так примут? Что-то я туплю, конкретно туплю. Может быть. Костюм Гота и перчатки Гота у меня уже одеты. Не может. Да, все, так и есть, отлично. Whoa, вот фото. Nice. Yeah, but he's still not goth. He'll have to pass the final test. You may look goth, Frodo, but can you dance goth? Станцевать, как делают это они?
Нифига. Less enthusiasm. Totally fucking bullshit. О, это прям гитар хиро какой-то. Отлично. What do you think? It's pretty goth. It's pretty goth, right? Yeah, that was pretty good. I felt his pain. All right, new kid, you've officially proven yourself. Yeah, just call us when you need us, and we'll be there. Отлично, мы выполнили задание, и теперь у нас просто 4 новых друга. Ладно, идем отсюда. 4 друга. Просто завербовали. 17 друзей у меня. Довольно-таки неплохо. Так, ладно, меняем все, что у нас было. У вас сколько тебя? Да, так, доспехи эльфа не нужны. Так, ладно, остальное все окей, да? Побежали. Так, нам осталось совсем чуть. Мне кажется, мы уже... Ну, где-то на середине, может, здания. Поговори с Кайлом. Расскажи Катмуду от крепости и попроси его помочь. Чтобы вернуть полкусню, тебе нужно завербовать новых союзников. Поговори с Кайлом на заднем дворе и попроси его помочь тебе одолеть Картмана. Какого фиг, за кого мне идти? Расскажи Картману. А, фак, ребята, сейчас я сделаю самый важный выбор. Хай, ладно. Попросим Кайла. Пойдем к Кайлу. Мы самые гнусные предатели в Соус Парке. Просто предатели. Ну ладно. Чё ж, я уже сделал выбор. Идём к Кайлу. A Twitter raven has told me of your success in recruiting another faction. Simply call them here, and your dedication to the Drow will be complete. Climb up into the treehouse and summon your allies. Заберись на домик, может меня подставляют вообще? Так, ладно. Чё-то я себя чувствую не очень хорошо, что подставил Картмана. No tricks, human. Без шуток. Боятся меня, потому что я... Могу их предать. New kid, I'm sorry I ever doubted you. I hereby make you a member of the Drow Elves of the Forest. Yay! Yeah! New kid, you have our friendship. I hereby level you up to the rank of... Командор! Отлично, я командор! Командор чмо. My lord, my lord! We know where the humans are hiding the stick. What, really? We just intercepted their messages on Twitter. Ah, you shot down their message, Raven. Right, right, we shot down their raven, and the evil wizard king has hidden the stick inside his desk at school. Ah, dude, of course! Carmen hid it in his desk! Drow elves of the forest! We know where the humans are hiding the stick! I knew Carmen was cheating! We shall march on the school and make the hallways drip of their blood! Come on, давайте порежем Картмана. Он, наверное, уже знал, что я его предал. Так, ну вот и... Так, на фоне гор сделали прикольно. И сейчас будет самая, наверное, глобальная война. We thank you for your courage in joining our fight. Tonight, we are no longer elves or goths. Tonight, we fight as one. I feel like such a homo sapien right now. Homo sapien. They have blown their war horn. Blow our stand, okay? Elves, flank left. Goth kids, prepare to attack from behind. Так, а я чё? The front's barricaded. Commander Douchebag, see if you can get in through the side entrance and take out their defenses from behind. Найди новых союзников. Атакуй школу. О, мне дали новое оружие? Алебарду какую-то, что ли? Каменный молот. Нифига себе, 134 дамажит. И добавляет шокового урона. Окей. Эй.
134 дамага, это жесть, это просто жесть. Так, нам дали еще корону при проведении и доспехи бойца. Ну все просто идеально, атакуйте школу. Погнали. Проникни в школу. Черт, а как проникнуть в школу? Через задний ход, что ли? Ладно, через задний ход, так через задний ход. Ой, тут чуваки уже мертвые лежат. Это эльфы. Ну мы... Ой, сори. А, это готы замочили их. Сидят и продолжают тусить дальше. Ладно, идем. Так, не сюда вроде, да? Куда же нам идти, ё-моё? А, во. Его слово, окей. Вот это что ли разрушить? Доверь это мне. А. Open sesame. Сезам, откройся, окей. Идем дальше. Attention, Elf King. The building has been fortified, and the armies of Christ shall never surrender. You will all die in this place. Мне кажется, так и было запланировано, то, что я предам. Ну ладно. Так что все окей. Так, идем, идем. Да, жесть, просто школу запланили. Так, жертвы большие, ё-моё, тут уже многие потерпели неудачу. Но мы пойдем до конца. Блин, куда же идти, ё-моё? Это, по-моему, не то вообще, да. Так, ладно, сюда. Не сюда? Я потерялся, кстати, да. Так. Ах ты ж! Ёжик. Так, ладно, шептун у меня есть. Мадафакеры! Сейчас будем сражаться. Так, ну, начинаем с обычной атаки. Ну, нифига себе, солдат. Кей-кей-кей. На, оглушен. На, еще тебе. Ёпарасоте. Так, ну чё, разыграем. Получилось, отлично, они спят. Зашибись. Так, бьем, значит, вот этого, пока они... А, как они не спят-то? Офигеть, просто... Вот это у меня молот, ребята. Вот это я понимаю молот. Ладно. Давайте один раз выстрелим в него. 328, нифига себе. Ответный удар. Так, окей. Целебный эликсир. Выпили. Хорошо. Так, теперь мочим его. Хорош. И... А, его мы не... Один! Да ты, блин, издеваешься, один. Ответная атака. Значит, в бой пойдет лук. Колючка. 154, нормально. Козел, добил. Все-таки добил. Отлично, все. Мы вышли победителем из этой драки и
Блин, а как же пройти за этой штукой? Доверь мне эту дверь. Окей. Посмотрим, что ты у нас умеешь. Давай. Подождите. Я, кажется, понял. Да не сюда. Да не... Да, стой, не в него стреляй, вот сюда. Ну это же, блин, видно. О, отлично. Так, надо подальше, что ли, встать? Да, какого фига я попадаю в эту фигню? Наконец-то. А-а-а! Фак, я сам себя поджег. Что за бред? Можно было их... А, можно было их... О, я тормоз. Так, шептон. Так, нет, надо другой. Надо не шептун, значит, а рев дракона, вонючие чары. Хорош. Ой, хорошо как. Идем. Сражаемся. Нифига себе, 882. 196, хоть чуть-чуть продамажили. Так, ну ладно, пусть они поспят. Не то. Способность, пусть они поспят. Это тоже сдохший. А, отлично. Все, теперь бьем только этого. Да как он встал, эй? Ну ладно. Потому что его песня закончилась. Песня закончилась. Ну, может быть, из-за этого. 206. Ну все, этому чуваку конец. А, сволочь. Ну, добиваем козла. Все, 203. Че он сделал? Все? А, это аббат же, точно. Он ничего не может сделать. Он дурачок. Все, изи-пизи. Это было круто, да, согласен. Так. Я не могу взять. Это возьмем и пойдем дальше. Чего у нас там дерутся? Да. Так, опять мне. А, точно, отвлекнется. Так, шептон. Так, я что-то не понял. Так, я что-то не понимаю, что мне сделать надо. Не, я понял то, что надо его отвлечь стопудово. Но вот...
Я не понимаю, что мне надо сделать. Чё, будем с крысой сражаться? Что за бред? Ё-моё, это же бред. 200 хп у крыс. I fucking serious. Большая крыска, блин. Всё, просто раздавили нафиг. Так, ладно. Но это я не буду. Просто постреляем. 307, нифига себе. Двести! Ну ты даешь. Добиваем ее. Все, отлично. А ее добиваем, короче. Все. Подожди, зачем мы вообще сюда залезли? Подождите, я кажется понял. Кажется, дошло. Отлично. Поехали. В тыл к врагу. Подождите, я забыл взять кое-что. Ага, все, пошли к тылу врагу. Кайл! Stay back, you guys! Something is seriously wrong with the hallway monitors. Help, please. Dude, that's Gary Nelson. Be careful, he can still bust us for not having hall passes. We came to school the morning after the earthquake to report for duty. We didn't know school had been canceled. We heard a sound from down here. Found this green goo, it was everywhere. Зомби, что ли? Well, it kind of serves you right for being a patsy-ass hallway monitor in the 50. Something in the goo. О, чё, там зомби превратится. Somehow that green goo makes hallway monitors even lamer. Рыжий нацик. Нифига себе. Ещё троих дежурных. И они первые атакуют. Ну ладно, сейчас будет тяжело. Сейчас будет непросто. Так, окей. Давайте пусть один чувачок уснет. Ну хоть раз эта тупая способность подействует, нет? Close your eyes, no more thinking about your troubles. Sleep now with Jesus, for you are blessed. Есть, получилось. Так, ну что, мы можем бить главного просто так? Да, получается, просто так. Мочим его и все. Да. А, блин. Ожил. Ну мы почти коменданта, кстати, замочили. 128. Ой, черт. Так. Нас хавай, чувак. О,
Черт! Ладно, пусть попьет воды. Я пока подерусь с этим. Почему так темно здесь? Или это потому что мы в подсобке? Ладно. Отлично, добили. О, черт. Так, ладно. Вот это убьем. Пробили защиту. Черт, черт, черт. Целебный наш хавай. Теперь станет намного лучше, но... Не нам, потому что... Один! Да what the fuck? Я раньше времени нажал. You wanna piece me? Черт. Все, добили нашего. Добили нашего чувачка. Я один против двоих остался. Один против двоих. Пятьсот одиннадцать. Нифига себе, я его прогнал. Фух. Э, а как он выжил? Что за фигня? Мы же его добили. Эй. Так вообще нечестно. Ёпарасоте. Вот это бред. Ладно. Последний век употребляем. Что такое, а? Ну, по-моему, я проиграл тут. Тут уже понятно. Воскрешаем друга. Давай, Джимми. Хорош. Блин, у нас жизни нету. Ну-ка, магия может нам помочь? Нет, не поможет нам магия. Зихаль, Зихаль надоел. Так, давай, Джимми. Стэн! Давай, давай, Стэн. Отлично, Стэн. Блин, провтыкал. Воскрешение зомби. Да, да вы издеваетесь, воскрешение зомби, но мы их ни за что не одолеем. Просто ни за что. О май гад. Отлично, у меня нет способностей. Сто семьдесят пять, да ты издеваешься? Метка смерти. Что за метка смерти? Go, boy. What? Ладно, у тебя есть способности офигенные. Вращающийся меч Стэна наносит повреждение нескольким врагам. Давайте вот это. Быстро нажимай, когда увидишь это. А когда увидишь? Ага, все понятно. Но! Офигенно. Это было как джиггернаут прям. Так, все, надо подлечить Стэна.
А, черт, уж тошнило, а у меня нету ничего. Little help over here. I don't feel so good. You got a health potion on you? Так, ладно. Я не знаю, ладно, ману давайте восполним. Бурит, как говорится, и применим первый раз магию. Dude, my injuries are super grievous right now. О, отлично. Я не научился делать это, но научусь, думаю. Я думаю, я научусь. Так, ладно. Стэн, у меня нет ничего. Просто ничего. Давай добьем этого козла. Черт. Подстрекатель. Комендант, так. Блин, это одна из самых долгих боев, которые я когда-либо играл. Да, конечно, он подхавается. Это понятное дело. Надо на X нажимать. Ладно. Блин, бедный Стэн, он же сейчас подохнет. Ладно, заменим его на... Блин, это тяжелая битва, я забыл подлечиться. Надо было мне подлечиться, протупил жестко. Это очень сложно. О, нет. Так, меняемся. Отлично. Фак. Да ты издеваешься. О, нет, нет, нет. Все, я проиграл. Отлично. Который раз я уже проигрываю. А, черт. Черт, черт, черт. Ладно, пойдем еще раз с ними сродимся. Так, блин. Да ё-моё, да ты издеваешься. Ладно, у нас есть три целебных эликсира, хорошо. Надо преподносить так, что они оценивают. Так, ладно. Мочим его. Сто пятьдесят семь. Отлично! 157. Могли бы, конечно, лучше. Так, давай-ка усыпим этого козла. Sleep now, the whippoorwills are dancing. Gently now, put your mind to rest. Получилось, отлично. Они спят. Надо, блин, добить их всех. Они достали потом возрождаться. О, наконец-то он убежал. Отлично, надо их вот так вот добивать, чтобы они убегались по любое и больше не возвращались, козлы такие. Двести один, отлично. Блин! Так, ладно, меняем его на Стэна. Менять сейчас и поменяю. Давай поиграем со мной в игрушку. 100, 298, отлично. Почему
Почему раньше так нельзя было дамажить? Так, меняем. Стэн! Don't forget to tip your serving wrench. Давай, Стэн, помоги нам. Отлично. Are we playing or what? Мочим его. Пробили только защиту, и теперь можно его... А, не то, я вас понял. Так, мочим его. Чтобы он убежал, и больше его нельзя было возродить. Такой бред. Так, сейчас, вот, вертушечку. На, кровотечение, понял? Motherfucker. Не успел. Но у него кровотечение, это хорошо. Блин, ну это... Что он говорит? Ну, на немецком. Зихайль. Так, сильная атака. Отлично, это сильные атаки, если брони нет. То надо делать сильную атаку просто. Что с ним сделать? Могли, конечно, лучше, но... Эх ты ж! Как сволочь какой. А, зато он не может атаковать, когда подлечился. Хорошо. Так, чего у тебя способности не осталось? Уязвим, кстати. Иммунитет к тошноте, кровоточение. Еще два хода будет у него кровоточение. Так, ладно. Давай добьем его. А, отлично, все, добили. Прекрасно, чувак. Священный молот мордобоя. Так, давайте-ка обыщем этих козлов. Все, идем дальше. Подождите, там кто-то валялся. Что там такое? Подождите. А. Ладно. О, там еще одни немцы. Ну ладно, ребят, продолжим в следующей серии. С вами был Акул, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и увидимся в следующей серии. Пока!